сказал Моше Всесильному: «Вот приду я к сынам Израиля и скажу им: Всесильный Бог ваших отцов послал меня к вам, а они спросят, как его имя? Что я тогда скажу им?» И ответил Всесильный, сказав Моше: «Я сущий, который пребывает вечно». И сказал еще: «Так скажи сынам Израиля: вечно сущий послал меня к вам». Сказать – это значит раскрыть. Сказать – это значит показать этим свойствам, эгоистическим, альтруистическим, которые находятся все в эгоистической оболочке. Что показать этим свойствам, что есть высшая сила, которая всем управляет, и тем же эгоизмом в том числе, и тем же фараоном, и ими самими. То есть все они находятся под воздействием одной единой программы, силы и цели. Которая пребывает вечно, он сказал, да? Да. Я сущий, вездесущий. Вечно – это значит, что раскрывается во всех свойствах человека. Это называется вечно. То есть состояние времени, пространства, перемещения – это то, что в нас. Вдруг, грубо, как бы смертный, да, ощущает, что есть бессмертие, да? Да, это ощущение. Это ощущение человека. Четкое, конечно. Это раскрытие такое происходит. Да. И когда эгоизм раздвигается в альтруистическую сторону, угу, тогда он ощущает без рамок, без границ, мир бесконечности. А это воспринимается им как бессмертие, как без, действительно безграничность. И это, наверное, есть подсознание каждого человека. Вот у меня даже в подсознании любого это есть. Поэтому, наверное, мумии строились. Вот это вот ощущение. Нет, это стремление к следующей жизни, к вечной. Да. А здесь совершенно иная вечность раскрывается. Вечность этой силы, которая тобой управляет. Угу. И ты, поскольку включен в нее, тоже ощущаешь эту вечность.